Друзья, в продажу поступил Lexus RX 300 2003 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 3 литра мощностью 223 лошадиные силы. В паре с этим двигателем стоит автомат. Сам автомобиль на полном приводе. У машины оригинальный ПТС, отличное техническое состояние, очень хорошая комплектация. Переднее пассажирское кресло на электроприводе, деревянные ставки по салону. У задних пассажиров имеется подлокотник. Весь салон кожа. Все 4 стеклоэлектроподъемники и все 4 автоматические. Электрорегулировка зеркал. Память водительского сидения, соответственно, само сиденье на электроприводе с регулировкой высоты. Датчик света. Стоит штатная мультимедиа. Имеется подогрев передних сидений. Режим Snow. Также у автомобиля имеется люк. Приезжайте, смотрите, забирайте.